В Великом Новгороде из-за вспышки пневмонии пришлось закрыть все школы. В одних объявили карантин или досрочные каникулы, в других детей перевели на дистанционное обучение. Рост заболеваемости отмечен с начала октября, возбудитель пока не выявлен. По данным местных властей, сейчас с пневмонией госпитализировано уже более 100 детей. Врачи призывают родителей при таких симптомах, как высокая температура, кашель, насморк, сразу обращаться к медикам. Из-за массовой заболеваемости свою проверку начал Следственный комитет.